Кызлар-9 ведет в эксплуатацию современный комплекс по откорму и убою крупного рогатого скота «Смагул». Комплекс построил на свои средства ЧП «Алтайбаев». В комплексе откормочная площадка на 200 голов и убойный цех, а также оснащенная современным оборудованием лаборатория. Проект стоимостью 300 миллионов тенге обеспечил постоянной работой 15 человек. Комплекс будет снабжать своей продукцией город и пригородные населенные пункты. В планах предпринимателя дальнейшее расширение своего дела при господдержке. В целом, частный предприниматель Алтайбаев реализовал уже ряд значимых проектов и продолжает вносить свою лепту в подъем экономики региона. Мы высоко ценим его труд во благо родной земли и желаем успеха новым начинаниям.